Короче, бегал, 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 бегал. И смотри, что получается вот оттуда, если бежать. Сюда, где мы выходим, вон тот ящик стоит. И вот тут люк есть. Вот он, люк. Нужен инструмент. Люк. Люк, ты понимаешь, Вася? Люк. Эх, люк. Здесь я не могу ничего сделать. Видишь, больничный персонал. Пошли за люком. О, за инструментом для люка. Там нужна либо отвертка здоровенная, либо что-то какой-нибудь такой. Ломик. Ломик нужен. Нет? Здравствуйте. Как поживаете? В смысле? Здравствуйте. Благодарю вас. Хорошо. А вы? Вообще-то неплохо. Простите, я вас не вижу. Где вы? Я здесь, рядом с вами. Кто просто это? Просто я невидимка. Невидимка? Да. Я вообще случайно разве нажал. Разве поверить? Вовсе нет. На люк, среди думал. Прочего, что я здесь видел, этот факт не так уж странен. Да, но наша жизнь доставляет нам, невидимкам, сплошные неудобства. Я даже не знаю, как я выгляжу. Да и нахер. Да, это весьма тяжело. Поверхность, кстати, себя. Земли похожа еще на какой-то как тяжело. Поджаренный особенно сыр. Бриться неудобно. Или хлеб. А что это за таблички здесь повсюду? Это указание мест, где что-нибудь находится. Да ты Вы что? Вы помечаете для себя все предметы? Приходится. Простите, не слышали вы что-нибудь о профессоре Выдурале? Профессор? Ну как же, его все знают у нас. Он уже много лет помогает нам избавиться от невидимости. Ага, не думаю, безуспешно. Правда, пока все ограничилось лишь расстановкой этих табличек. А что, вы ищете профессора? Да, я ищу его. Мне необходимо встретиться с ним по делу. Я с радостью бы привел вас к профессору, но дело в том, что я не знаю, где его лаборатория. Она прячется где-то здесь. Еще одна лаборатория. Здесь. Да, попробуйте поискать. Быть может, она найдется. Спасибо. Вы прошу что, прощения, что не смог быть вам до конца полезен. Ключ Ничего мне дай, страшного. Люк открыть надо. Я оставляю вас, пойду искать свой дом. Мудак. Ты понимаешь, да? Ткнул вот просто вот сюда. Нужен инструмент. Я вот так ткнул, просто вот так ткнул. Сука. А может, это просто обманка? Нам нужно бежать по табличкам. Но сюда нет, смотри, все, прохода здесь нет. Туда тоже нельзя. Блин, да оторви какой-нибудь кусок ржавый. Истерика у меня уже. Блять, нашел. Нашел я этот гребаный ключ. Пошли. Охереть! Положили в жопе мира. Просто положили вот, вот далеко. Вот тут можно сделать скриншоты. Отлично, сделал. Идем. Идем люки открывать. Надеюсь, это все будет чем-то обосновано. А вот какой куда люк? Люк не открывается, да вы издеваетесь. Ага, хорошо. Значит, вот 100% люк, который там в самом начале. Нет, вот здесь. Вот так можно еще сделать превьюху. Вот так. Вот так, мне кажется, вообще или эпичненько. Эпичненько, да? Как красиво. Вот я люблю такие огромные. Огромные люблю. Бургеры. Хотел сказать. Огромные люблю вот эти здания, огромные люблю боссов в играх. Когда ты играешь, 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 а потом на тебя выходит просто вот, вот так вот, чтобы смотреть на этого монстра можно было. Вот это круто. О, открылся. Я же говорю в самом начале возле ящика. Ну, блядь. Служба доставки. Метро. Вот он, люк. Хорошо, это можно вернуться, да? Туда, я думаю, не надо. Тут красный свет, значит, идем туда. Что-то яркое, на яркости пойдем. Робот сидит. Здорово. По телефону не хоть. Мешайте, я разговариваю. Ну, конечно, я. Нихера себе, тут роботы пошли. Сервис Delivery Maintenance, короче, главный офис. Службы доставки. Сидит себе тут. Ну-ка пойдем. Так это метро. Метро и метро. Смотри. Я домой уже пришел. Я пришел реально домой.
Прикольное приключение. Нихера себе. Прикольное приключение, хотел сказать. Сика. Сика-сика. Донст бургер. О, таракан ползет. Так, ну туда я не хочу идти. Там, наверное, красный свет. Типа нам намекают на то, что тут прохода нет. Зачем я спрыгнул вниз? Мать твою. Пойдемте в город, пойдемте. Тут ничего нельзя взять, как всегда. Я думал, может быть, попить, но нет. Нет. Все, вот она. Видал? Бред. Ну реально. Ну вот тут, блин, превьюшек можно понаделать. Машина еще одна. Охеренно, да? Вот. Нет, клево, на самом деле. Игра прикольная. Пицца. Блин, ну тут все будет закрыто. Смотри. Вот эта херня в этом была. В той комнате в первой. Робот стоит с розовой головой. Любовник. Амурный приключитель. Здорово. Ку-ку. Ку-ку. Я, наверное, тебя на превьюху поставлю. Ты забавный. Прикольный робот. А, он смотрит на эту, смотри. Смотри. Ты-ты-ты. Ты-ты-ты. Отлично, забавное у него времяпровождение. Ай, чуваки, молодцы. Ой! Ты чё? Что за молнии здесь? Включил. Я уже боюсь, блин, везде что-то. О. Нажал. Ага, а вон еще одна, да? Еще две. Нажал. Это что, включает что-то? Наверное. Да? Ну, дверь, наверное, включает. А лестница можно залезть? Не, нельзя. Ну, пойдем. Закрыто. А-а-а! Понял. Сейчас я вернусь к этому ублюдку, который там по телефону разговаривает, и все включу. Все открою. Телефон. О! Блять, занято. А, так это он разговаривает. Прикинь. Сейчас я ему устрою. Это как знаете, когда начальник до тебя не может дозвониться, а потом приходит на работу и начинает. Что ты, сука, трубку не берешь? Я тебе звонил. Я тебе все тебе. Не мешайте. Да слышь! Я разговариваю по телефону. Да. Не мешайте. Я случайно нажал. По телефону. Понятно. Дверь откройте мне. Так, что бы с тобой сделать-то? Может быть, в другую сторону сходить? Там же мы не были. Пойдемте сбегаем. Пойдем. Длинная серия будет, пипец. Ой, пипец, будет длинная серия. Загрузится только в воскресенье, скорее всего. Главное, вот в такие проходы я могу зайти, а, допустим, вышибить там коленкой дверь или что-то еще сделать не могу. О! Началось! Нет, не понял, подожди. Три лампочки зажженные равны... А, здесь три так, здесь три так. Я не пойму, что три так, тут три... А, вот они, три так, да? Раз, два. Тут две. И тут две. А ну по две, что за понты? Тут две лампочки. Ну, в смысле, переключатели. А я могу их переключить обратно, что ли? Да. Раз, два... 3-4. Тут их 4, а там их по 3. Я сейчас буду вот так вот кликать. Так, стоп. О, что-то включилось. Слышал звук, да? Ну-ка. Что-то такое сработало. Я тебе говорю. Такой бэм был звук. Я тебе говорю, был звук очень странный.
О, багажник открылся. Круто. Дрель. Дрель? Блять, что мне сделать, чтобы продрелить? Ой, что мне нужно продрелить? Закрытая служба доставки. Нужен инструмент, мне говорили где-то. Подожди, а где? Где? Дрель. Может, тебя продырявить, слушай. Он не работает. Не соприкасается со мной. Дрель. Так там нигде ничего не... может быть... Ну-ка. Сюда. Занята линия. Так тут ничего нету. Чтобы можно было сверлить, дрелить, спрашивать. Кроме того робота. Может быть, ему в голову просверлить. В голову просверлил. Красавчик. И что я сделал? Что я сделал? Я открыл, типа, доступ. А, я положил трубку. Все, теперь надо позвонить. Я ему, короче, застрелил. То есть примерно надо. Блять, кока-колу хочу, сука. Здравствуйте, простите, а вы кто? Мы служба доставки, мы доставляем все, что нужно и когда нужно. А именно такая служба мне и нужна. И не вам одному! В сегодняшнем все более усложняющемся мире нельзя ожидать от людей, чтобы они сами решали свои проблемы. Наша задача – снабдить их всем необходимым, чтобы помочь справиться с трудностями. Ваша проблема – это именно то, чем мы занимаемся. Вы занимаетесь своими делами, мы своими, и все довольны. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И все же это так. Мне необходимо, чтобы вы доставили мне сюда профессора Выдурла. Слушаю и повинуюсь. Один профессор Выдурл к отправке. Великолепно. И где его искать? Кто кирпичи разбросал? Блять! Ты заебешь! Нига. Нихуя, вы наркоманы, что ли? Служба доставки. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства, но доставка заказчику товара под номером 233 профессор Выдурл не может быть выполнена из-за того, что заказчиком является сам... Что, блять, профессор Выдурл? Ну, у меня... Я и есть профессор Выдурл? У меня были такие мысли-то. Примерно в середине игры, что я и есть, блядь, профессор Выдурл. Если не веришь, пересмотри пару серий, которые были от начала. И все поймешь. Я так и знал. О! Он теперь наоборот, он не синхронно с ней, смотри. А, не синхронно, тю. Ну, открывай. Эскулап. О! Черно-белое кино. Здорово! Это я? Это я? Я это я, да? Здравствуйте, вы меня узнаете? Здравствуйте, очень даже узнаю. И кто же я? Вы тот, кого я сразу узнал. Да, но кто он? Тот, кого вы узнали? Видимо, это тот человек, которого я знаю. Да ну хорош тебе. Конечно, это справедливо. Но я хочу знать, как меня зовут, по вашему мнению. А как вас зовут, сэр? Да ты дебил. Но, боже мой, вы же сказали, что меня знаете. Я профессор Выдурл, или нет? Профессор Выдурл? Да, и это все вокруг мой бред. А, да, конечно же, вы профессор, и все это ваш бред. Вы знаете очень хорошо, что вы отдаете себя... Так это врач. Том, что это именно... Короче, ваш сумасшедший дом, это твою ж мать. А чей же еще? Ведь я творец этого места. Ебать. Скажите, откуда вы сейчас? Ну, я много где уже побывал. Вообще, я недавно слез с поезда, который никуда не едет. Интересно. А что вы там делали, профессор? Простите за нескромность. Как что? Я ехал на нем сюда, в бред. А, понимаю вас. А теперь, куда вы направляетесь?
Видите ли, я в затруднительном положении. Во-первых, я должен попасть домой, а во-вторых, я только что узнал, что я профессор. То есть вам кто-то сказал, что вы профессор? Да, летчик. То есть не летчик, а телеграмма из службы доставки, которую мне привез летчик на сверхзвуковом истребителе. Угу. А почему служба доставки вам это сказала? Как вы считаете? Ну, я сделал им заказ, чтобы они прислали мне профессора. И они обещали доставить его вам? Да, я думал, он будет в упаковке. Ну, то есть в свертке, вернее, в мешке, который привез курьер-летчик. Понимаю. А зачем вам профессор, профессор? Ну как же, только он знает, как меня вытащить из этого бреда. Но теперь выясняется, что я сам профессор выдурал. И как мне вытащить себя отсюда, я не знаю. Я очень устал. Не расстраивайтесь. Но я вынужден сказать вам правду. Вас ввели в заблуждение, молодой человек. Потому что на самом деле профессор Выдурл — это я. Ну вот те раз. Да, именно я. Но самое смешное, что мне никто не верит. Меня даже не слушают. Более того, меня бросили в эту комнату и не выпускают. Да в смысле, кто тебя бросил? Это сумасшедший дом. Бинокль, что ли? А, это голова робота. Голова робота, да. Так, что тут такое? Блять. Пустыня, и как безумие пуста, но в ней есть ключ. Не профессор Выдурл. То есть это где-то здесь ключ. О, дал. Что это? Это сюда можно зайти, хорошо. Шары. Блин, прикольно. Такой эффект. Все дела. Блин, да давайте же уже. Как все тут замучено за. Вот я сейчас. О, смотри, что. Я отхожу, и дверь взлетает. Только для персонала. Я персонал. Можно мне открыть дверь? Да вот ключ у него в руках. Он молчит. Нет, не работает. Так, ворона. Не берется. Только для персонала. Там для персонала, здесь для персонала. Да вы что? Для медицинского, кстати, персонала. Это психбольница, я тебе отвечаю. Блять, это какой-то пиздец. Где здесь ключ? Ну-ка, иди сюда. Ой. Бесконечность. Не предел. Помните этот девиз? Откуда помните, напишите, если помните, а то это откуда, то я-то помню. Мало ли, интересно, помните ли вы такие вещи? Блин, она улетает, и что мне, подожди, что это за подсказка? О, я думал, это на веревке. Что это за подсказка? А может, в другую сторону? Ну, а вдруг? Тут же все вверху жопой. Нет, я не знаю. Все, я пошел. Служба доставки. Что-то как-то... Что-то изменилось или нет? Не, ничего не изменилось. Я могу выйти зато обратно, понимаешь? Ну-ка, давай выйдем. А, вот стоит робот. Да? Да. Нет. Я думал, робот стоит. С ума можно сойти от всех ваших бредовин. Полезли наверх. Что тут за колебания? Так, есть люк открыт. Хорошо. О, здорово. Блин, как я гениальный гений. Вот просто пошли вниз. Гениальный. Почему я вспомнил про этот ящик? Там было написано для медицинского персонала. Здесь я подумал, что тут сумасшедший дом. И тут опять мне говорят, только для персонала. Я вспомнил, что там был ящик, который мы не открыли. Поэтому я вернулся, и тут было открыто. И тут был ключ, который, собственно, нам нужен, чтобы, скорее всего, наверное, завершить эту игру. Записать ее, так сказать, в аналы. В аналы истории прохождения игр. Бежим, сейчас все откроем, все сделаем.
Ой, господи, боже мой, сука. Сейчас все сделаем, сейчас. Надеюсь. Надеюсь, это будет последняя моя пробежка. Начинается. Догада. Тоже каким-то хоролюшкой пахнет. Ты теперь будешь меня преследовать, что ли? Чудило. Голову ему просверлил, теперь он будет за мной ходить везде. Ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Ладно, открывай дверь. Ой. Паром. Паром? Паром? Какой, блядь, паром? Здорово. Ты меня ждешь? С возвращением, профессор. Рад, что вы снова здесь. Добрый день. Или добрый вечер. Добрый вечер, да. Доброе утро. Пожалуйста, проследуйте на паром. Он доставит вас во второй сектор. Там вам восстановят память. Всего доброго. Спасибо. Во второй сектор? Во второй сектор. Ну ладно. Красиво, блять, вот. Ничего примечательного в этой игре особо нет. Ну, необычная подача, необычные загадки, необычное все. То есть вот это круто. Красивенько. Очень красиво. Может быть, это даже будет превьюшка, не знаю, посмотрим. Я всегда очень скрупулезно подхожу к превьюшкам, кроме некоторых. Слышь! Собака бешеная, ты что тут делаешь? Ты кто? Ты кто? Прикольный. Прикольный чувак. Я его тоже заскриншотил. Вот, я подхожу к выбору превью на видос всегда скрупулезно. То есть какие-то вещи, чтобы показать, что в самом видео интересного. Это понятно, это каждый так делает. Но иногда я какой-то двойной смысл или тайный смысл вставляю, чтобы можно было, ну, либо для улыбки, либо для интриги. Раз, два, три. О, боже мой! Это Капитан Америка! Твою же мать! Я не знаю, кто это. Пока вот... Подожди, Фёрст стоит кит. Ну окей. Чувак, тут больше нечего, да, брать? Нечего брать. Ну, пок... А, вот. Закрыто. Ладно. Здорово. Добрый день, сэр. Никаких сэров, Рип, в этой каюте. Зови меня просто Джон. Простите, сэр Джон. Это паром? Корабль, Рип. Это корабль. А я шофер межгалактического грузовика. Но теперь работаю паромщиком. Корабль? Хм... Мне нужно перебраться во второй сектор, сэр. На другой берег, Рип. Именно этот корабль отвезет тебя туда. Простите, Джон. Меня зовут профессор... Вроде бы Эдвин? Хорошо, Рип. Пусть ты будешь вроде бы Эдвин. Надо завести это корыто. Оно что-то совсем размокло. Посмотри, что там с дизелем. Хорошо, капитан. Нашли мне, блин, инженера. Я полез туда, да ететь, твоя же мать. Дизель. Слишком много локаций, ебать. Пауэр. Ну и все? Нужен инструмент, я так и знал. Я, блядь, мастер на все руки. И тут, о... Посади же, возьми. С помощью молотка и такой-то матери чинится, сука, все. Понимаешь? Все, включай. Нет? Ну еще, ебни, еще раз. Ну что-то не помогает.
Может, здесь? Нет. Тут что-то не хватает. Ремня не хватает. Блять. Какого хрена я вообще здесь делаю? Это я не понимаю в этом ничего. Вы чё? Эй. CS стиле я еще напишу. А это не нет, это я не сделаю. Вон. Молоток 10-14. Ключ, наверное, да? Молоток и 10-14. Ключ. Так, подожди, молоток 10-14. Молоток есть. Что такое 10-14? Это ключ. 10. О. Пробка какая-то анальная, блин. Она не вылазит. Так, это что такое? А я могу? Нет, я не смогу. О! Ебать, надо было все-таки как хорошенечко, да? Ну-ка. А, все? Все, красавчики, починили. Вот мы с вами молодцы. Я же говорю, с помощью молотка и такой-то матери чинится все. Будь то Мерседес, Запорожец, велосипед или просто замок старый. Все, поплыли? Все готово, капитан. Дизель, да он уже плывет, видишь, рулит. Отлично, Рип. Можем трогаться. Рип. Хорошо, вроде плывем. Долго нам плыть, капитан? Скоро будем, Рип. Плавает говно. Разработчики должны об этом знать. Корабли ходят. Ходят, сука, сюда. Ходят. Чужеземец. Отлично, ты в черных очках ночью. Отлично, ты чувак. Я вообще ничего не вижу. Алло. Ебать. Можно что-нибудь понажимать? Туда я уже не спускаюсь. И чё? Рип, у нас сигналы. Какие у вас сигналы? Да, неизвестный корабль в 2 часах лёта от нас. Сейчас компьютер закончит расшифровку, и мы их с тобой прослушаем. В 2 часах лёта? Капитан, разве мы уже летим? Какая разница, Рип? Главное в том, что у нас прямо по курсу чертовщина, которая нам что-то радирует. Вы что-нибудь слышали про бред, капитан? Да, слышал. Говорят, такое бывает, если перебрать. А профессоры выдрули? Ну, наверное, если перебрать, они приходят вместе, Рип. Так, тихо, перевод готов. Как они выглядят? Наверняка какие-нибудь исчадия ада. Ничего. А. Много приветствовать вас, червеобразные формы жизни безмозглой. Меня называть Ганатос Супербам. Я генерал, лорд и чрезвычайный принц Редута. Генерал? Генерал. Очень много титулов, как наследственных, так и приобретенных. На колени твари. И внимайте с чего? Почтением своему. На колени господину. Твари? Назови свое имя и номер, человечишка. Да объясни мне покороче, почему бы мне не сделать из твоих костей хорошую кашу. Прием. Слушайте, человек один озвучивал, по-моему, всю эту херотень. И как-то даже вот не старался, мне кажется. По-моему, они настроены недружелюбно, капитан. По-моему, они ошиблись галактикой, Рип. Сейчас я расскажу им про безмозглую форму жизни. Подождите, капитан, кто делал перевод сигнала? Компьютер? Конечно, компьютер, Рип. А кто же еще? Дело в том, что машина могла ошибиться в диалекте или в подборе слов. Ошибиться? Вы сами можете попробовать перевести, капитан? Откуда я знаю, на каком диалекте он там лепечет? Во вселенной сотни миллионов языков. У меня хватает ума понять, что у меня не хватает ума выучить их, Рип. Капитан, можно я попробую посмотреть, как компьютер переводит сообщение? Действуй, Рип. О, блядь, вы вообще... Где компьютер ваш? Нижняя палуба. Наверное. Организация ООН. Организация Объединенных Наций. Организация ООН. Охереть, еще одна новая локация. Да вы какого хрена? Ну, блять, что происходит?
Это компьютер, который переводит, да? Господа, ситуация крайне напряженная. Она полностью беспрецедентная. Некий космический объект неизвестного происхождения вторгся в наше пространство и пытается угрожать одному из наших кораблей. Как он выглядит? Как большое, неизвестно что, господа. Это угроза мировой войны? Да, мы не исключаем и такого ужасающего исхода событий. Необходимо срочно предпринять жесткие меры. Необходимо атаковать вражеский корабль. Но тогда мы ввяжемся в войну, господа. Позвольте мне высказать свое мнение. Кто вы? Я некоторым образом спрыгнул с одного из вышеупомянутых кораблей, сэр. Прямо к вам сюда. Вы пришелец? Я свой, сэр. Я вполне антропоморфен. Господа, да это же профессор Выдурал. Вы не раненый, мистер Выдурал? Нет, сэр. До перестрелки дело пока еще не дошло. И я смею надеяться, что не дойдет. У вас должны быть веские аргументы, профессор. Человечество находится под угрозой неизвестно чего и от неизвестно кого. Сэр, я думаю, что бортовой компьютер капитана Джона неверно перевел послание пришельцев. В этом вся причина неразберихи. Я думаю, что у них нет враждебных целей по отношению к нам. Вы сможете перевести послание чужих и их отношения? То есть по отношению к нам, мистер Выдурал, на моем суперкомпьютере? Я постараюсь, сэр. Хорошо, действуйте, после чего сразу возвращайтесь на корабль. Вот это вы, блядь, даете, а? Вот это вот вообще жопа. Ничего, идем. Так, а сюда? Ну давай. Что-то включил. Он не включается. Вернее, он включается, но... О! Жесткий диск. Жесткий диск я взял, точно. Ага. Двери не открываются. Куда мне нужно? Вот сюда ставить. Да, блядь. Нет, это не компьютер. Тарарирарира. Да, спрыгай. Прыгай. Это что такое? Дверь, которая не открывается. Во. Свечи. Я отсюда вышел? Ну да. А, подожди, на чем я буду проверять? Где мой где компьютер? Где мой компьютер? Не в смысле этот ярлычок? О! Ебать. Что это? Нихуя себе. И чё это? Это уже чересчур. А, так вот он. Вот он комп-то. Нихуя, ебать мой. Ну-ка давай крутить. Пока не вылезет комп. Сейчас, наверное, надо вот так сделать. Ну-ка. Под каким углом надо его поставить, чтобы он вылез? И чё? Да это покручу. Совершенно непонятно. А как? Блин, подсказку дайте. Стоп, это бесконечно можно крутить. Я так понимаю, здесь нужно поставить, а здесь нужно нажать. Непонятно. Мне нужна подсказка. Так. Здесь на тени. На двери тень, она ну как-то, ну, хз. Вообще не понимаю я пока. Так. Или вот здесь посмотреть, как что-то тут стоит. Раз, два, три, четыре по углам и одна в середине. В смысле, никакого здесь смысла нет вообще. Так это индийский этот. Вот этот знак, это что-то с йогой связано.
Ну, видал? О! Никакого принципиального не получается у меня. Да можно просто вот в воде там понажимать и все. Как тут что нажать тебя, а, дружище? Где подсказка? Скажите мне кто-нибудь. Нет подсказок. Можно у тебя спросить, чем-нибудь, чувак? А у тебя? А у тебя? Ребят, давайте, наверное, закончим на этом, потому что, ну, блин, я уже устал, реально, уже капец. Серия очень длинная будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если понравилось, комментируйте. До следующих хороших серий и хороших, замечательных игр. Успеха и берегите себя. Пока.